Скорее всего так. Там что-то три попадания по голове. Одна из них в челюсти, считай, вот она меня и убила. Что, блять? У меня там типы уже стоят на первом этаже. Охренеть. Блять, ну не эта граната, братанчик. Там 4 гранаты. Ты выбрал самую, блин, неподходящую. Вот звуки, чат. Хорошие звуки. Чел подбежал к зданию, зашел на первый этаж. Я только по фонарику понял, что он стоит и контролирует коридор. Не будь у него фонарика, я бы сейчас вышел в коридор, и он бы меня просто убил. Блять, чат. БСГ, блять. Ну вы зайдите в свою игру, ну пожалуйста, блять. Ну поиграйте в свою игру. Какие вы звуки-то исправили там? Блять. Ой, чат. Поел рыбки. Медичка стреляет. Пойдемте потестим вал. Понял. Интересные звуки. Хаешка сейчас может залететь. Нет? Металл. На втором этаже он уже. Офигеть. А звуки вообще отсутствовали, если чё. К слову. Гранату готовят. Этот на третьем этаже надо мной. Ещё гранату готовят. Вот как они подбежали, ноль звука. Как он поднялся по железной лестнице, открыл дверь, ноль звука. Услышал только его прыжок. Понял, что он на втором этаже. Это не есть нормально. Один жетон будет 1 рубль, проверяй. Кстати, мне тоже интересно, надо проверить. Like
оба жетона, чат, оба жетона первого уровня. Может их не продавать пока что? Я, конечно, чуть-чуть, но с каждого рейда я теряю небольшую часть заработка, так сказать. Почему опять два первых уровня? Как будто я убил своих тиммейтов. Но галочка-то должна же была пропасть. Но галочка-то есть. Трое там даже, по-моему, бля. Третий. Справа. Вижу. Минус. Найс. Что-то хотел сказать, я забыл. Чат, что я хотел сказать? А не помните? Я еще одного взорвал, походу, чат. Я же сначала кинул гранату и потом пошел их пушить. Я одного взорвал, типа. Туда-сюда, короче. Ну, надеемся, что они еще будут этим заниматься. И надеемся, что не через полгода, а в ближайшем времени. Что мы можем еще, чат, делать? Только надеяться. Где у тебя выход? В какой стороне? В какой стороне у тебя выход? Спускайся в подвал, а тебе открою выход. Иди сюда. Идем. Идем, идем, я тебе открою выход, и уйдешь. Сейчас дерну рычаг, жди. Сейчас там откроется. Заходи туда, там сейчас откроется дверь. Шайтан совсем испортился, чат. Даже детей уже не убивают в Таркове. Ну что это, блин? Обмягчал, обмягчал. Я надеюсь, он выйдет, потому что я сейчас вернусь туда, а если он там... Я не буду кричать, он это или не он. Чтобы выяснить. Инфей, здорово. Когда седобородым стал. Ну, в смысле, пришел на эту скалу, блин. Меня там научили кричать голосом. На драконов.